Я старичок нескромный, хотя очень скромным человеком в молодые был года. А теперь бубню везде, что открытием, что глупость в общем, неспособность над основой мысли всех твоих трудиться. В копилку мудрости мировой я сделал вклад огромный, и что неспособность понять это людей всех в мире страшная беда. Вот такая вот ситуация.